Достаточно большая разница в возрасте. Партнер за 30. Линдсей, 20-летняя фигуристка, которая до этого каталась с теми Лефтерисом и Алексом Меритом. Саундтрек к фильму «Ангелы и демоны» они выбрали для произвольной программы. Получилась поддержка. Не попали в темп. Очень рискованно ходили в поддержку, стоит на колено и как бы выжимает ее оттуда и при этом поднимается вместе с ней. Очень опасно. Ну, слава богу, сделали эту поддержку.
Да, они, конечно, сейчас поприветствуют зрителей, раскланяются, но уже где-то с половины программы было понятно, что одно чувство фигуристов побыстрее уйти со льда. Ничего сегодня у них не получилось, к сожалению, очень обидно. Но этому есть объяснение. Пара свежая, они катались с другими абсолютно партнерами. Марк Ледвиг выступал, кстати, на турнирах четырех континентов и на чемпионатах мира, и даже на первенстве планеты в 2010 году занял 9-е место вместе с Амандой Эверой. Линдси таких успехов на международной арене не добивалась. Все гораздо скромнее. Вторая половина первого десятка на национальном уровне. Но вот началось с того, что вот здесь пошел разлад. Он пошел на второй прыжок в каскаде. У нее не получился выезд после первого, поэтому нет. Вот здесь подкрутка. Рискует, пробует делать тройную подкрутку, но не получается. Она падает так к нему на плечо. Также пойдет по минусам. Выброс. Не было чистого выезда. Вот здесь она не удержалась, коснулась рукой. То есть из 12 элементов я насчитал, честно говоря, что чисто выполнены были только 4. Остальные все были выполнены с ошибками, с грубыми ошибками. Вот здесь вот не дошла она чуть-чуть в поддержке до него. И поэтому он как бы так получилось, что он ее не просто еще поднимал вверх, а он еще ее тянул на себя. Ну, практически невозможно. Нужна невероятная сила. Ну, наверное, только лишь Хао Джан и Марио Зюдок по своим физическим кондициям способны, может быть, вытащить партнершу из такого положения. Ни тот, ни другой. Пока. Один уже больше не катается, другой пока не катается. Не знаю, найдет ли Хао Джан себе новую партнершу. В общем, сейчас ту сумму, которую мы увидим на экране, им запишут как их лучший результат в карьере за произвольную. Линдон Джонстон рядом со своими партнерами, спортсменами, и 70 хореограф, 75-21. Ого-го. Ну, понятно, что... Кстати, они набрали за произвольную программу на 3 балла больше, нежели Алена Савченко и Робин Золкова набрали за короткую. Да, такой случай.